Привет, друзья! С вами Роман Миров, и вы смотрите Music Box News. Сегодня расскажем, как прошел визит в Москву горячего кумира девушек, испанского красавчика-актера Марио Касаса. Правда ли это, что скандалистка Ники Минаж завершает свою карьеру, и обсудим самые главные музыкальные релизы этой недели? Погнали! Девушки, вам лучше присесть, потому что сейчас на экране появится тот, кого обожают тысячи поклонниц по всему миру. И речь идет об актере Марио Касасе. Он приехал в Москву презентовать выход нового сериала со своим участием. Очередь за селфи к актеру выстроилась неимоверная. И надо отдать ему должное. Марио вниманием никого не обделил. Сотни девушек собрались сегодня в кинотеатре «Москва», а остальные прильнули сейчас к экранам телевизоров. Ведь в Россию прилетел Марио Касас, чтобы представить новый сериал со своим участием «Влечение». Название уже интригующее. В этой киноленте интригует не только название. Завязке и пикантным эпизодом сериала позавидовали бы, пожалуй, даже создатели 50 оттенков серого. Сам актер, несмотря на большой опыт подобных сцен, признается, что эта роль далась ему не так легко. Когда ты находишься в присутствии съемочной группы из 40 человек, которые смотрят на тебя, раздеваться или снимать сцены такого характера действительно непросто. Жизнь. Смерть. Мальчик. Детство. Работать. Создавать. Мать. Добрый вечер и спасибо, что пришли. Мой партнер Марко Мур снова создал будущее. Что заинтересовало вас в работе на нашу компанию? У вас есть проблема, а у меня есть решение. Ты с ней спишь? Почему ты здесь? С тех пор, как она вернулась, мне снятся сны. Первый шаг к решению проблемы — это признание ее существования. С этим убеждением согласны и гости премьеры, посетившие красную дорожку. Неудивительно, что в большинстве своем это представительницы прекрасного пола. Единственное... Сцена в постели, в клипе, в котором я снималась, это был мой на тот момент молодой человек, поэтому, ну, как-то это было достаточно окей для меня. Вот, но вообще, конечно, все равно всегда смущает, потому что тебе, ты можешь окружить себя самыми дружественными операторами, снять в клипе для таких целей своего парня, с кем встречаешься. Но все равно какое-то вот это вот смущение, то, что там все это снимают, потом все на это смотрят, это как-то так... Мне вообще, как сцены, которые касаются, например, герои танцуют, или у них случается секс, или она одна поет дома, и все время хочется это сделать так, как никто до этого не делал. Вот в этом, наверное, самое интересное. Потому что мы видели бесконечное количество медленных танцев героев, мы видели эротических и разных сцен, и девочка-девочка, и мальчик-девочка, и там Гаспарное нам вообще пока... Вот, а как так вот сделать? Что еще? Мне вот интересно, что еще такого можно рассказать через такие откровенные сцены? Картина рассказывает историю Марко Маура. Молодой человек популярен, харизматичен, богат и привлекателен, но совершенно одинок. Его отдушина — закрытый клуб, члены которого предаются фантазиям, скрывая свои личности под маской. Однако жизнь Марка меняется, когда он встречает Кэрол, нового педагога-психолога его 18-летнего брата Хосе. Кстати, роль Хосе в сериале сыграл настоящий брат Марио, 20-летний Оскар Касас. Мой герой пережил в детстве очень глубокую сексуальную травму. В начале сериала он не знает, что такое любовь вообще. Его интересует только секс и удовольствие. Но постепенно, с развитием сюжета, он начинает понимать, что такое любовь брата, любовь девушки, и обретает это чувство. История эволюции. Он узнает, что такое любовь. Многие европейские критики уже назвали сериал «Влечение» одной из самых скандальных телепремьер. Примечательно, что в оригинале его название звучит как «Инстинкт». Так в чем же разница у этих двух определений? Мне кажется, что «Влечение» — это нечто такое быстрое, чувство, которое возникает в контакте двух людей. Оно может быть очень коротким, в то время как «Инстинкт» — это то, что внутри нас. Мы живем с ним, и в случае моего персонажа он чувствует, что в нем живет некий зверь, который в конечном итоге был ходит в разных ситуациях наружу. Стоит отметить, что 6 лет назад Марио Касас уже приезжал в Москву. Тогда актер представлял фильм «Ведьмы из Сугаррамурди» со своим участием.
Это был совершенно невероятный прием, который мне очень запомнился. Поэтому, когда представилась возможность приехать в Москву не просто так, а собственной работой, я очень был доволен. И сейчас я очень горд и счастлив от того, как меня встретили в России. Ну что ж, Марио, мы рады видеть тебя всегда и с нетерпением ждем твоих новых работ. Тем более, что на гостей премьерного показа новый сериал произвел неизгладимое впечатление. Слушайте, вот даже мне теперь захотелось посмотреть этот сериал. Жаль, Марио Касас не певец и не снимает клипы, а то попал бы и в наш чарт самых горячих, самых громких видеоновинок. В эфире релизы недели. Начнем с премьеры клипа певицы Юли Паршута на песню «Амели». В сюжете романтическая и местами даже трагическая история двух персонажей – парня-танцора и главной героини. Кстати, поклонники певицы теперь гадают, это Юля отрезала волосы или все же у нее парик? Следующая премьера клипа «От монеточки» на песню «Нет монет». В нем певица показала себя в нескольких разных образах. То она королева, то покупательница в магазине. В общем, что говорить, давайте посмотрим. Еще один новый клип выпустил Тима Белорусских. Видео на песню «Привычка убегать» по сюжету он, Тима, случайно ловит в объектив своего фотоаппарата красивую девушку и тут понеслась. Ну что же сделать, я вновь бегу за тобой, а ты по привычке бежишь от меня, ты вся такая из себя, а я простой. Помимо клипов, на этой неделе сразу несколько релизов многообещающих треков. О том, какие из них обязательно надо загрузить в свой плейлист и не стесняться делиться находками с друзьями, расскажу прямо сейчас. Альбина Джанабаева выпустила новый сингл. Песня называется «Такая, какая есть». Посвящена она влюбленной женщине. В общем, для тех, кто этой осенью пребывает в романтическом настроении. Финалистка «Голоса» Маргарита Позаян презентовала новый трек «Не обещай», причем посвятила его истории из собственной жизни. А как вам новинка? Не обещай любить, не обещай всерьез, если не можешь даже моих сушить слез. Обворожительная Анна Седокова презентовала трек «Вайб». Станет ли он очередным хитом певицы, узнаем уже очень скоро. А пока слушаем. Нюша и Артем Качер записали совместную песню «Между нами». Но в творческом дуэте возникли разногласия. Музыканты все никак не могли определиться, какую же обложку для сингла выбрать. Нюша проголосовала за один вариант, Артем настаивал на втором. В итоге певице даже пришлось устроить в своем инстаграм-аккаунте голосование для подписчиков. Между нами так опасно. Почти каждый уважающий себя певец или певица считают нужным вести собственный блог. Иначе как поклонники будут узнавать о том, где они выступали, что ели на завтрак и в какое зеркало сфотографировались? О самых интересных выпусках звездных блогов наших селебов расскажу прямо сейчас.
Певец Макс Барских собрал олимпийский. В свой инстаграм артист выложил вот это фото, где он торжествующе стоит на сцене. И подписал: «Момент соединения с 40 тысячами душ». В прошлом году Макс получил статуэтку и звание лучшего артиста и, кажется, не собирается останавливаться на достигнутом. А блогер Настя Ивлеева, кажется, только сейчас распробовала все прелести фильтров в Инстаграм. Она выложила видео то с глазами-щелочками, то поменявшись лицами, угадайте с кем. Кое-кто из подписчиков нашел сходство с шоуменом Александром Гудковым, но нет, на видео коллега Насти по съемкам телепередачи, ведущий Андрей Бедняков. А Наташа Королева выложила не очередной скандальный клип, а видео 1996 года. На нем, не поверите, она, Филипп Киркоров, Владимир Винокур, Анжелика Варум, Лолита и Ирина Аллегрова развлекаются на борту самолета. Видимо, осень для Наташи – повод поностальгировать. А теперь переходим к самым обсуждаемым новостям со всего мира музыкального шоу-бизнеса. Куда же ты, Ники? На этой неделе стало известно, что Ники Минаж уходит со сцены. Об этом певица написала у себя в Твиттере. А уже через несколько секунд благополучно удалила аккаунт. Но что стало причиной столь неожиданного решения? Ведь, казалось бы, у нее за спиной 4 сольника, армии поклонников и звание лучшей рэп-исполнительницы современности. Задвинуть карьеру на второй план и вообще попрощаться со сцены певица решила из-за семьи. Ники призналась, что к своим 36, а так и не скажешь, она уже всего добилась и хочет больше времени проводить в семье. Интересно, надолго ли это? В сети все только и обсуждают, что новый клип певицы Билли Айлиш на песню «All the good girls go to hell» за несколько часов после того, как его выложили, видео набрало, на секундочку, 10 миллионов просмотров. А сейчас уже больше 40 миллионов человек посмотрело видео. Эта новинка похожа даже скорее не на клип, а на мини-фильм ужасов. По сюжету Билли Айлиш предстает в образе ангела, в которого превращается после научного эксперимента. Кстати, Айлиш в свои 17 ухитрилась даже попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Ее первый альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go», который вышел в марте этого года, смог удержаться на первом месте популярного чарта 114 дней. А это мировой рекорд. Сингл «All the good girls go to hell» как раз вошел в этот альбом и без сомнения претендует на звание очередного хита, как предыдущие треки юной певицы. Например, как «Bad Guy». А певица Дженнифер Лопес пророчит Оскар, причем за роль горячей танцовщицы. На этой неделе в прокат вышла криминальная комедия «Стриптизерши». Ее создательница, режиссер сериала «Новенькая» Дженнифер Лопес приехала представлять кинокартину на фестиваль в Торонто. Певица и актриса исполнила в фильме роль роскошной танцовщицы, и это в свои 50 лет. А интереса к фильму добавляет тот факт, что основан он на реальных событиях. Так что, поклонники Джей-Ло, не пропустите картину, она уже на больших экранах. В детстве я мечтала работать с животными. Недалеко ушла. Видишь, что парни с Уолл-стрит сделали с этой страной? Они обокрали нас, люди потеряли все. И никто из этих уродов не оказался за решеткой. На этом у меня все. Еще больше крутых новостей ищите в наших официальных группах ВКонтакте и в Фейсбуке. А также не забывайте пролистывать инстаграм телеканала Russian Music Box. С вами был Роман Миров. Пока!